Елена Подчернина стучится в дверь к незнакомым людям, чтобы отдать им продуктовые наборы, которые она купила и собрала на спонсорские деньги. Елена сама себе волонтер, не состоит ни в какой организации. Главным спонсором ее проектов выступает супруг. О том, что в Харцизске есть люди одинокие, больные, не способные переоформить пенсию и выстоять очередь за гуманитаркой, Елена, конечно, догадывалась. Но на выборах 2 ноября, когда ей пришлось с переносной урной побывать у голосующих на дому, женщина поняла, что надо действовать, иначе будет поздно. Просто-напросто я задавала вопросы очень многим нашим старикам. Получали ли они гуманитарку? Как им живется? Есть ли у них пища? И вы знаете, очень много было отрицательных ответов в плане того, что мы ее не получали, мы туда не дойдем, мы не можем стоять в очереди. Я, естественно, была в шоке. Сегодня Елена уже сформировала небольшую, но дружную неформальную группу. Нашлись единомышленники в Иловайске и Зугрессе. Очень рада, что в Зугрессе нашлись неравнодушные люди, которые настолько быстро нашли нуждающихся. Вот мы просто так определили для себя, что сейчас мы сможем потянуть 5 человек в Зугрессе, 5 человек в Харцизске и 5 человек в Иловайске. Вот. Зугресс молодцы, умницы. Большой привет Зугрессу. Погода немножко подвела, они не приехали. Ванечка, фамилию не знаю, солнышко наше. Светлана и Александр Картошкины. На данный момент в Ростовскую область, там тоже очень хороший мальчик Иван Рахманин. На его счет поступили кое-какие деньги, теперь это нужно будет тоже забрать. И я надеюсь, мы сможем еще больше народу накормить, что-то необходимое купить. Нина Ивановна отказывается от продуктового набора. Говорит, что на ее улице есть семьи, которым сейчас гораздо труднее. Например, семья Пилипенко в сентябре забрала из зоны обстрела в Ясиноватой пожилую родственницу, а мать хозяина – инвалид первой группы, не встает с постели. Переоформить и получить пенсию за 5 месяцев у этих женщин не было никакой возможности. На улице Гайдара к Валентине Егоровне наведывается соседка. Вот и елочку в доме поспешила нарядить, чтобы у обессилевшей женщины хоть немного поднялось настроение. Хозяйке всего лишь 63, но она похоронила 3 братьев, сын сильно заболел, теперь вот ноги ее не слушаются. По какой причине у меня осложнение на ноги дало? Ну, хоть немножко ходила. А то потом ползать стала. Ползала, сейчас уже ползать не могу. Уже больно, и колени больно, и вот суставом больно. До войны в свободное от работы время Елена Подчернина любила организовывать праздники под творческим псевдонимом Алена Удача. Теперь это ее позывной и одновременно ник в соцсетях «Одноклассники» и «Фейсбук», где Елена создала группы с говорящим названием «Добрый ангел». Алена Удача верит в свою удачу, верит в людей и готова принять единомышленников в команду «Добрых ангелов».